Это я украл твою силу и затоплю город. Я отомщу за свою мать-русалку, которая была убита такими, как твоя мать. Так это был ваш план, а не моей мамы. Профессор, как вы могли? Я ведь верила вам. Нельзя верить никому в этом мире. Но вы ведь были колдуном, вы и так очень сильны. Ты так и не поняла? Одна сила русалки сильнее миллиона колдунов, сильнее кого угодно. А теперь уйди отсюда, пока я не прикончил тебя. И почему же вы не сделаете это? А если я расскажу кому-нибудь? И что? Рассказывай хоть всему городу. Вам не под силу меня остановить. Мама, Лора, я облажалась. Что случилось? Рассказывай. Это все профессор Брайтон. Он обманул меня. Он сказал, что мама украла мои силы. На самом деле это был он. И он затопит наш город. Что? Значит, надо убираться живо. Лора, бегом собирай вещи. Из-за меня погибнет куча людей, а я просто сбегу? Да, и у кого будет возможность, тоже сбегут. А остальных жаль, но выбора нет. Я не могу так поступить. Я останусь с тем, что натворила. Не глупи. На закате мы уедем и точка. Бет, что происходит? О чем ты, Сара? Ты выходила на улицу, вода начинает подниматься из-под земли. Уже по щиколотку набралось. Скоро машины начнут плавать, но дождя-то и нет. Я не понимаю, что происходит. Это из-за меня. Но у тебя больше нет сил русалки. Как из-за тебя? Вот так. Мои силы украли. И они теперь в плохих руках. А ты сидишь тут вместо того, чтобы бороться? Как мне бороться? Я ведь обычный человек. А ну идем со мной. Мудрец, здравствуйте. Я знал, что вы придете. У вас есть вопрос, и я слушаю. Скажите, разве возможно забрать существо, данное нам? Его можно забрать лишь с виду, но из сердца никогда. И что это значит? Это значит, что ты до сих пор русалка, а эти силы до сих пор твои силы. И все равно, что написано у тебя над головой, ты должна поверить в себя и принять свою суть. Бет, что тебе нужно? На улицах уже по пояс воды. Я пришла тебя остановить. Ты обычный человек. Ты упустила свой шанс. Я всегда была русалкой и осталась ею. И моя сила все еще моя. Что за чушь? Ты не можешь. Что? Как это возможно, моя сила? Это невозможно. Невозможно. Нет ничего невозможного. И что ты сделала с профессором, Бет? Я заточила его в камень на дне океана. Больше он нас не потревожит.